Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, Всадники и Олуха. Ну что, сейчас у нас откроется с тобой угроза, драконий корень угрозы. Как ты видишь, 19 секунд осталось. Выйдем из раннего доступа и продолжим играть. Так, а пока давай, наверное, откроем пак. Монетки Одина, кстати, нужно будет их потратить. Ну а здесь у нас Костолом, Громель, Парящий Прихвостень. Ну и немножечко ресурсов. Ох ты, это кто у нас? Это, по-моему, модификрылка, если я не ошибаюсь, да? Но, слава богу, у меня есть она. Так, что нам тут? Ага, Угрюмое море, мы же отправляли нашего беззубика. Три топорика, как раз они нам нужны. Так, 3 миллиона древесины. И еще 5 топориков, слушай, ну это неплохо, как по мне. Не знаю, как для вас. Так, ну что, найдем с тобой шлем викинга. Ну, это бесполезно. Ребята, чтобы получить яйцо, которое дается ежемесячно, нужно каждый день по откатам открывать вот эти ячейки. Если хоть день или два ты фейлишь, то практически тебе не догнать. Не догнать и не открыть это яйцо. Так, ну что, соберем ресурсики пока. Так, лети. Лети, собирай. Так, а где у меня... Ага, вот он. Так, ветрокрыл. А что это у нас? 36 миллионов всего лишь. Почему-то маловато как-то. Ладно, пускай пока идет собирать древесину. Может быть, за события наберем нужное количество дров и отправим его на поиски. Так, пара барса и вепря. Пускай, наверное, у нас идут на прокачку. Здесь... Ну, здесь у нас самые обычные, ребят, задания. То есть, не те, которые отправляем за руны, а самые такие, простенькие. И руны, 12 штук. Окей, я думал, выпадет пак, уже надеялся на него, но нет, не тут-то было. Так, ну что, мы, наверное, его... Давай отправим... Требуется 90 уровень, чтобы перейти к насесту. Может, его прокачивать лучше нам, а? Рыба есть, давай прокачивать. Единственное, что сколько стоит. А, ну в принципе не так дорого. Пускай качается. Так, домой. Бесплатно. Так, полетел. Кривоклык, ты-то что нам тут принес? 7 рун. Ну тут 100% будет какое-то яйцо. Я даже больше чем уверен, что вот это вот коричневое. Ну да. Так и есть. Это у нас... Древоруб. Сразу его отпускаем, он мне не нужен. Так, Кривоклык, что бы мне с тобой сделать? Давай посмотрим по приключениям. Слушай, ему нужен 75 уровень, чтобы открыть лагерь охотников на драконов. 75 уровень, а он у меня в данный момент 72. Давай тогда, наверное, тоже его прокачаем. А, не хватает. Подожди, а у меня же вроде бы древесина здесь немножко осталась, да? 135 миллионов, нормально. Пускай он тогда идет прокачиваться. Так, а Громгильда что нам принесла? Тусклый янтарь. Кто бы сомневался. Ну что, пускай летит там за водой бесплатно. Ну что, вроде бы задачи я им нарезал. Что у нас тут на торговле? Да ничего хорошего. Как всегда, ребята, ценник заоблачный. Оно того не стоит, что он предлагает. Если бы у меня были бы эти... Руны миллионами бы лежали бы. Тогда да. Так, что у нас тут? Обучить. Лети. Принцесса огнеедов. Шипотень. Ага, у меня академка-то уже забита, оказывается. Опачки. Весночес принес мне еще железо. Так, давай-ка мы его, наверное, отправим за рыбой. Пускай он там ее ищет. Так, шепот смерти тоже полетел. Смотри, кревет за 450 миллионов рыбы может найти мне два железа. Так, а у нас же есть с тобой рыба. Ее тут дофига просто. А почему я раньше этого не обращал внимания? Ха. Давай, лети. Зашибись. Кстати, мы его можем, по-моему,
Да, в титаны перевести креветик-то этого. Так, ну что, этот пускай идет за древесиной. Скалотряс. Так, ему нужен 80 уровень. Может быть, его прокачать? Понял. Тогда лети за древесиной. Дальше ищем. Громобой. Видишь, тут 490 миллионов рыбы нужно, и он находит всего лишь одно железо. Слабак. Кревет круче получается. Кревет у нас получается круче. Так, ну что, вроде бы... А, погоди-ка, модификрылка, где она у меня там? Так, тут еще рыбу с тобой забрали. И... Престиголовый. В плане, модификрылка еще учится? Че так долго-то? Слишком долго она идет, ребята, по обучению. Ну что, давай тогда мы с тобой здесь заберем. Мухоморы какие-то нам выпали здесь. Так, и зеленая смерть. Треска, опять же, тусклый янтарь. Пускай идет на поиски. Теперь давай, наверное, откроем с тобой пак. Это единственный последний пак, который у нас тут остался. Надо будет, кстати, набить ареновских паков. Шторморез, громобой, душитель, экзотический шепот смерти. Ну и, естественно, заберем здесь. Во-первых, у нас с тобой готов блестящий янтарь. А следующую партию дадут? Не понял. Дадут или нет? Ага, нету. Ладно. Тогда заберем просто наши задания. 30 склянок. Где-то тут еще 30. Ну слушай, 30 и 150. Получается 180. Почти 200 склянок мы с тобой получили, да? Но все равно дофигища их нужно. Тем более, если мы с тобой хотим забрать супер-пупер премиального дракона. Сколько там на него, если честно? Ну смотри, еще, грубо говоря, 3300 склянок нужно. Но 16 дней у нас в запасе есть. То есть, возможно, за события мы здесь получим тоже склянки. Давай-ка, кстати, будем заходить уже потихоньку. Я вижу, да, 300 склянок в конце. Событие длинное. Драконий корень опять пошел в рост. Нужно его искоренить, чтобы ни один дракон больше не пострадал. Драконий корень пошел в рост. Это что-то типа сорняка. Да, получается. Ну что, друзья мои, первый поединок у нас будет за 1400 тусклого янтаря. Так, давай смотреть, сколько волн, сколько здесь чего и какие драконы. Слушай, одна волна всего лишь пока. Ну, естественно, начинаем с шепота смерти. Так, Громль. Это, по-моему, если я не ошибаюсь, Громль Фаербол. Так его назовем. Так, они тут, по-моему, все фаербольщики. А ну-ка. Идет пока хорошо все. Но это событие мы вряд ли за сегодня пройдем. Потому что не хватит элементарно энергии. Все, первая победушка. Само собой, начинаем крутить колесо и смотреть, что же нам дадут. 75 миллионов рыбы. Так, допустим, забираем с тобой 1400 тусклого янтаря. Получается, у нас с тобой поединок, еще один поединок. После этого мы получаем с тобой 50 рун. Да, вот эти вот события, они очень жадные именно в плане наград. Очень мало дают. Опять же, здесь, смотри, одна волна, но уже три дракона. Как мы видим, здесь добавляется Громль. Так, и водорез тут. Ага. Окей. В принципе, для нас это плевое дело. Уровень у них очень маленький пока уровень. Как ты видишь, 12 и 13. Сделать они здесь нам особо ничего не смогут. Потому что если... Тихо, 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 водорез, ты че? Ты смотри-ка, что сделал, а? 12 уровень, я хорошо так бомбанул. Почти наполовину здоровья. Меня такой расклад не устраивает. Давай быстренько с тобой водореза уничтожим.
Ну и громельку уже в конце, как говорится, на сладенькое оставляем. Отхил. Так что он там. Это ерунда. Ну, понизил атаку, да, я не спорю. Но все равно это ерунда. Все, прошли. Смотрим. И это у нас неужели прилив сил? Точно, вот это хорошо. Прилив сил, это мне нравится. Очень годная штука. Так, ну что, у нас следующий поединок, как я говорил, будет проводиться за 50 вот этих рун. Руны на дороге не валяются. Кстати, нам нужно будет с тобой потратить монетки Одина для того, чтобы набрать себе немножко железа. Ну, здесь, как мы видим, уже две волны и два дракона. Так, водорезик начинает. Ага, понизил мне все-таки защиту. А мы с тобой убираем душителя. Ну, водорез, в принципе, здесь ничего особого не сделает. Единственное, конечно, бесит, что он мне тут понижает защиту на всех. Смотрим. Так, громыль и опять душитель. Ну, начну с душителя, естественно. Поехали. Хиляемся. Кстати, вот ты заметил, что у нас уже давным-давно никто не получал из драконов уровень. То есть у нас не хватает карточек, чтобы мы с тобой могли кого-то прокачать. Вот этим составом, если не соврать, мы уже играем с тобой больше полугода. Ну что, давай посмотрим. И нам... Да ладно, еще прилив сил. Ничего себе. К чему же вы меня там подготавливаете? Так, забираем с тобой 50 рун. Так, у нас получается с тобой раз поединок, два поединок. После этого мы получаем пак, и там у нас заканчивается энергия. Так что по поводу, ребята, наших вот драконов. Вот смотри. Вообще никакой альтернативы нету. Ну, просто нету. Этот еще даже и не прокачанный. Видишь? Так, а этого можно? 51 уровень. Теперь я понял, зачем я его прокачиваю. То есть у нас получается такая дилемма. Если я хочу как-то продвигаться по своим драконам, именно по боевым, то мне нужно их качать. Но если я хочу делать прогресс по ресурсам, то, соответственно, мне нужно прокачивать эпических своих и легендарных драконов. Тут палка в двух концах. А, естественно, академка у меня не может позволить себе принимать по 1000, извини меня, драконов и сразу их клепать. Понимаешь? Поэтому вот, наверное, из-за этого у нас и получается, что они просто стоят и ждут своей очереди. И, скорее всего, будут еще долго ждать. Потому что, ну ты сам посмотри, 51 уровень нужен, да? А у него тут только какой-то уровень, я уже даже не помню, у Громеля. А, Громорок, Громорок, конечно. Если бы вот у нас хотя бы тройной удар получил бы 12 уровень, его можно было бы, наверное, поменять вместо Барса и Веври, вот мне кажется. Стальной капкан, он у нас 12 уровня. Ну, ты же видел, какой он ватненький. Может быть, нам взять с тобой хлыстореза вместо барса. Но если я возьму хлыстореза, у нас будет с тобой два атакера. И если я возьму тройной удар, у нас будет с тобой два вот этих вот. Что это за знак? Хитрость, да? Хитрость. А это, по-моему, скорость. А это, ну да, стремительность, скорость. Поэтому и приходится мне вот, значит, этим составом играть. Без изменения, как говорится. Ладно. Нет, возможно, кто открывает паки там за донат, у него уже, наверное, прокачаны все эти драконы, и он, как говорится, не чувствует себя немножко ущербным, да? И может позволить себе там одного дракона достать, второго. Я ограничен в этом случае, ребята. Очень сильно. То есть, что захотеть, сделать я не могу. Так, кстати, у нас три дракона здесь. И я смотрю, шепот смерти затесал за 14 уровня. Мне кажется, пробить я его не успею. Но он суперудар тоже не успеет свой сделать, скорее всего. Так, дымодышащий. Хорош. Давай, 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 давай. Ну, что ты вот лезешь, а? Йок, макарек. Харе. Нам нужно хильнуться. Так, замечательно.
Давай-ка вот этого, наверное, партизана с тобой завалим сейчас. Меня он нервирует почему-то. Они все переключились, да, сразу же на штормореза. Хиляемся. Что, все? Закончился, как говорится, порох в пороховницах. Сейчас я им займусь, не волнуйся. Ну что, поехали. Замечательно. Погнали. И выпадает нам рыба на этот раз. Окей. Выпадает рыба, и мы с тобой переходим. И получается, у нас поединок в данный момент будет идти именно ради пака. Кстати, тут второй пак. Ареновский. Руны. Угу. Светлый янтарь. И в конце 300 пробирок. Ну, пробирки нам нужны. Поэтому, ребят, это событие нам пройти обязательно нужно. 300 пробирок, как говорится, они на дороге не валяются. Так, ну, по-прежнему две волны. Встречает нас шепот смерти. Пока он здесь находится в соло. Так, бомбанем. Что там у нас еще? Давай, наверное... Ну, давай, фиг с ним. Пропишем взбучку небольшую. Так, и уничтожаем. Громорог. Костолом. И громобой. Вот такая вот троечка здесь. Давай, наверное, сюда все-таки начнем бомбить. Так, хильнемся. Нужен нам хил? Ну, в принципе, нужен. Залечились. Вот так сделаем. Так, костолом делает укус. Громобой промахивается, как ни странно. Ну что же, мы тогда продолжаем. Выносим громорога. После этого... Давай сюда, наверное, шмаркнем. Е, кританул, красавчик. Что значит кританул, друзья мои? Когда видишь, у него остается немножко здоровья, да? Немножечко там, например, вот столечко при атаке. И крит выходит тогда, когда он добирает остатки жизни, то есть уничтожает сразу же. Это называется кританул. Так, хернемся. Вот видишь, красная полосочка, видишь, сколько отнимает. Если он кританет, он его уничтожит сразу же. Вот так вот. Поехали. Опять что ли рыба нам? Ну да, 75 миллионов рыбы. Окей. Ну что, забираем с тобой пак. И сейчас мы сделаем с тобой подсчет. Небольшой. Так, получается. Раз. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9. О, друзья мои, нам еще здесь придется по 5-то энергии 2 поединка провести. Нет, ну мы можем, конечно, сейчас все это пройти. 260 и 260, это получается 520 рун тратим. Поехали. Вперед. Хочу пройти это событие сегодня. Чтобы, как говорится... А вдруг какой-то форс-мажор, а? Ну вдруг. Вдруг я не смогу. Может быть, я буду уставать с работы, и мне не захочется заходить в игру. И получится, как в прошлый раз. Помнишь, у нас была серия, где я пытался из последних сил пройти какое-то определенное событие, но не смог. То у меня не хватало рун, то там еще что-то. В общем, ничего не вышло у меня хорошего там. Поэтому давай, пока есть возможность, будем ее использовать по полной программе. Так, древоруб. Как-то мне здесь не особо он нравится. Раз, два. Ага. Опа. Ускорение, да? Плюс атака усиленная. Вот это совсем нехорошо. Сейчас уничтожат меня, наверное. Угу. Теперь вопрос, как мне... Давай, наверное, сюда все-таки бомбанем. Надо уничтожить громорога. Этот, конечно, будет сейчас бомбить не кисло. Так, ну у нас будет отхил.
Оу. Так, делаем с собой отхил. А, у него баф кончился, все, отлично. Да иди ты, блин, а, ты смотри, что творит. Ты смотри, что он творит. Он сейчас уничтожит мне штормореза, к сожалению. Мне же надо было хильнуть его. Что-то я не додумался. Ну, молодец, Барсик, красавчик. Крутанем и заберем мы с тобой опять эту рыбу, а? 175 миллионов. Закрываем и продолжаем. Так, сейчас будет поединок у нас, который ради пака. Угу. Потом еще два поединка, и мы заберем ареновский пак. Как-то так. Что у нас здесь? Громобой, смотрю, и лаварык. Ну, так себе команда, на самом деле. Единственное, что они зеленые, а это стражи. С ними справляется только лишь наш дамагер. Именно красный, да? Сила. Так, понижение брони. Добьем? Ага. Не добьем. Ну, лаврык меня не пугает нисколечко. Ну что, давай, наверное, залечим боевые раны. Ну и продолжаем его бомбашить. Так, укусик. Что он там? Защиту поставил? Нет, ничего не стал делать почему-то. Минус броня. Ай-яй-яй, ну Барсик мог же его уничтожить, а? Так, вторая волна, кто у нас тут? Шторморез, Крылатый ужас и Громорог. Получается так. Воу, ничего себе, вы тут раздухарились. Так, хил. Ну да. Отлично отнимает у них здоровье. Массовый наш, как говорится, хил. С этим надо разобраться. А что он делает? Он такое ощущение, что он хочет заморозить, но у него не получается. Ага. Залечим. Так, ну я думаю, что здесь можно, в принципе, Громорога, наверное, уничтожать. Да чтоб тебя. Чуть-чуть осталось. Это называется не кританули. Когда вот столько здоровья осталось и не добили. Не прошел, как говорится, крит. На тебе. Сейчас в ответку нам что-то, да? Окей, и добиваем. Что же нам тут достанется? Древесина на этот раз, да? 125 миллионов. Вот если бы еще нам 125 миллионов дали бы древесины, я бы отправил нашего ветрокрыла за железом. Так, ну а пока забираем с тобой пак. На почту. Так, получается, раз поединок и два поединок. После него забираем пак. Потом два поединка мы заберем с тобой руны. Да, долгая песня. Так, ну что, я вижу здесь Пристиголова плюс Громорог. Начнем, наверное, с Приста. А, он провокнулся. Ха. Ну, Басик, на тебе. По-прежнему две волны, как ты видишь. И это радует меня. Ну и что ты будешь делать? Фаербол? Массовую атаку сделал, а? Ты смотри, какой жучара. Так, нам нужно тогда залечить раны. Окей. Страж, да? Ну, естественно, страж зеленый, поэтому тяжело его будет разбирать. Нет, давай, кривоклык, бомби. Отлично. И придется тогда вот так. Вторая волна. Вот этого, наверное, Громоля будем в первую очередь брать на разборку, потому что он точно фаербольщик. Он будет очень сильно бомбить своими шарами огненными. Жалко, я его не успею добить. К сожалению, ну-ка. Е! Красавчик, кривоклык просто красавчик. Давай сюда, наверное, ударим. Залечим раны. Я думаю, сюда, наверное, пару укусиков, да? Раз. Так. В принципе, наш Барсик его уничтожит. А там и до штормореза уже доберемся. Понижаем броню. Промахнулся. И добиваем. Шикарно. Крутим. И получаем, блин, рыбу. 125 миллионов.
125 миллионов рыбы. Так, ну что, у нас мини-боссики начинаются. После мини-боссика мы с тобой, ну, заберем пак ареновский. Ну, особо сильно на него рассчитывать не стоит. Сколько здесь волн? 2. Угу. Блин, по идее, вот этот вот паршивец, его надо бы как бы в первую очередь уничтожать, зная его выкрутасы. Начинается, блин, понижает броню сразу же. Хорошо, что этот промахнулся. Надо его добить. Есть. Отлично. Так, ну что, теперь, наверное, громобои будем брать. На раскруточку, да? Хильнуться не могу. Просто укусик сделаем. Так, сейчас будет, ребята, супер атака. Лишь бы не добил. Так, лечим сюда. Ну. Так, укус. И отхил. Замечательно. Ну что, Громорок, в принципе, тебе уже крышка. Твоя песенка уже здесь спета. Единственное, что у нас вторая волна впереди. И что там поджидает нас, я не знаю. Давай смотреть. Так, мини-боссик у нас. Ага. Так, скалотряс. Как тут сделать-то лучше? Как тут сделать-то лучше, а? Давай, наверное, так, для начала. Сможешь добить? Красавчик. Если этот, блин, только хотел сказать, если этот сейчас сделает баф, нам будет крышка. И он сделал баф. Блин, он сейчас еще атаковать будет, потому что у него скорость, ребят. Смотри, а, как бомбит. Как бомбит, а? Сможем? Шикарно. Так, уничтожили с тобой скалотреса. Ну что, гаденыш, давай поговорим по-другому. Так, понижаем броню и уничтожаем. Все. Ну, тут довольно легенький был мини-боссик, так что нормально. Ну что, давай посмотрим. И древесина, да, получается? Скорее всего. Окей. Древесина, это хорошо. Ну и забираем с тобой пак арены. По-моему, он сразу открываться будет, если я не ошибаюсь. Ага. Шторморез, шипорез, громель, лаварык, громобой и кривоклык. Одну карточку дали всего лишь. Ну что, друзья мои, вперед из песней. Что нам тут еще остается делать? Пройдем сегодня события. Я, правда, хотел, думал, пройдем сколько пройдем. Не буду тратить руны, потом пойдем на арену. Но раз уж я психанул и решил пройти, то арены, наверное, сегодня не будет, ребят. Арена уже будет тогда в следующем выпуске. Поехали. Хотя мне надо было Барсика, наверное, все-таки. Точнее, Пристеголового бомбануть, потому что он же у нас огоньком балуется, да? Так, этот... Громорок. Хотел уже Громолем назвать его. Ну что ты там? Вот паршивец. Вот я говорю, ребят, этим он меня и бесит. И, к сожалению, я не могу ничего сделать. У меня отхила нету. Волны здесь две. Так, ты держись, у меня главный парень. Держись. Так, хиляемся. Отлично. Че, он две атаки делает? Так, это у нас только первая волна-то оказывается, ё-моё. Еще две волны, еще волна впереди будет. Что-то Громорок меня тут немножко удивляет. Почему у него две атаки? Он же вроде всегда одну делал. Странно. Опачки. Два душителя плюс скала. Два душителя меня это вообще не радует нисколечко. Хорошо, он промахнулся, а? Так, давай, наверное, сделаем отхильчик. Блин, надо бы его как-то уничтожить. Одного-то. Так, у него будет 3 энергии, он, скорее всего, что-то сейчас... А, нет, он потратил. Все, тогда отлично, ребят. Уничтожаем здесь. Бомбим сюда. Добиваем... Ага, не получилось добить.
Этот просто ударит. Хм. Повышение атаки сделал. Повышение, говоришь, атаки сделал. Что ты хочешь придумать здесь? Неужели ты... Нет, ну побежать-то он не побежит. Потому что у него не хватает энергии для разбега. Но все равно под усиленной атакой бомбить он будет не кисло. Почти 400 выбивает, да? С одного фаербола. Ну, а мы уничтожаем его. Что нам сейчас достанется? И на этот раз древесина. То есть 500 миллионов древесины и 500 миллионов рыбы у нас. Энергия, как ты видишь, закончилась. Так, смотрим. Раз, два, три, четыре, пять. Так все и получится. Ровно 5 поединков, и мы с тобой проходим этот ивент. Многие могут сказать: Рэй, зачем ты тратишь руны? Я тоже иногда задаюсь таким вопросом. Зачем я трачу руну, которые и так тяжело мне даются? А зачем они тогда вообще нужны, ребята, если их не тратить? Копить? На что? На светлое будущее? Надо использовать момент, любой момент, ребята, если ты чувствуешь, что он тебе идет на выгоду. Мне кажется, что здесь идет все на выгоду. Во-первых, я сделаю ивент, я получу склянки, я получу очень много паков, я получу карточки, я получу ресурсов, то есть только одни плюсы. Причем я могу в эту игру не заходить, ну, пару дней и быть уверенным в том, что нового события не будет, и я ничего не потеряю. Так что здесь больше плюсов, чем минусов в том, что я трачу руны. Так. Он в своем репертуаре, да, водорез этот. Добьем его. Громорог, что, будешь бафаться? Нет, нет, он делает атаку. Ну, а мы с тобой сейчас его... Так, погоди секунду. Отлично, так, вторая волна. Шепот смерти плюс древоруб. Вот эти два самых важных противника. Давай, наверное, так сделаем. Шепот смерти уничтожим в первую очередь. Потом уже доберемся до древоруба. Сюда. Окей. Так, уничтожаем. Так, отхил. Слушай, нам пока, наверное, отхил не нужен. Давай так сделаем. Опа. Ну, возможно, да, барсика уничтожит. Возможно. Громорог постарается, да? Так и есть. Ну, барсик у нас всегда выступал в роли жертвы, поэтому нечему тут удивляться. Так, добьем, добьем. Да ладно, плод мудрости. Окей, спасибо большое. Ну что, забираем с тобой 75 рун. Немножко, так сказать, отбили, да, руночки. Так, и у нас мини-босс. Друзья мои, готовимся. Мини-босс. Кто фиг его знает. Сейчас посмотрим. Я надеюсь, волны будет две. Две волны. Ох, ёк, макарёк. Кревета оба. Кревет да гур. Так, поехали, наверное, сюда. Что-то они, по-моему, по инициативе, мне кажется, да? Переплёвывают нас. Или мне только кажется так. Так, ну одного-то мы с собой уничтожим, это понятное дело, вот этого. Броню понижаем. Так, у него 3 энергии, что он будет делать? Ё-моё. Уничтожаем. Так, а здесь-то на что? Мини-боссиками у нас шепот смерти. И тройной удар выступают. Жестко.
Жестко, если честно. Ну-ка попробуем тогда так сделать. Этот будет травить, скорее всего. Блин, понижение брони. Так, а тут промахнулся. Это шикарно, что он не попал. Так, по энергии смотрим. Так, отхил. Блин, да что ж такое-то? Чуть-чуть не хватает нам его уничтожить. Блин, это плохо. Слушай, этот же сейчас сделает, наверное, супер... А, нет, не получается. Блин, да вы совсем, что ли, оборзели в корень? Уничтожили. Дальше идем сюда. Слушай, нам повезло. По-моему, мы тут выиграли, да? Тройной удар здесь ничего абсолютно сделать не сможет против нас. Так что его спокойненько здесь разбираем. И вот так вот. За счет его гибели мы еще и отхиливаемся. Опять древесина. Ну да, 125 миллионов древесины в запас идет. Ну что, ребята, здесь у нас будет битва за светлый янтарь. И, кстати, это две последние битвы. Ну, не считая вот этой. Так, два громобоя. Ну, это громобой, по-моему, защитник. Нет, да, защитники. Громобой защитники, но не прокачанные. Даже не титаны. Ну, окей. Давай, наверное, вот так сделаем. Понижение плюс... Понижение брони обязательно нужно делать, ребят, на страже, потому что иначе мы их замучимся пробивать. Кто-то из них сделает 100% супер атаку. Ага. Блин. Ну давай так сделаем. Надо было, конечно, на отхил сэкономить. Барсика, скорее всего, сейчас завалят. А нет, не завалят. Барсик выкрутился. Молодец, красавчик. Как говорится, родился в чешуе. Ну что, добиваем. Придется так. Вот это вот вредительство со стороны игры меня очень, ребята, напрягает. Ты понимаешь? Она вылетела во время битвы. То есть, соответственно, я потерял одну энергию. А мне нужно будет раз, два. Ну и здесь, естественно, да? Три. То есть получится, мне еще нужно будет докупать. Вот так вот. Бесявая, конечно, вот эта фигня. Я не знаю, возможно, это только на эмуляторе. Сколько раз я играл у себя на мобильнике, ничего такого не было. Никаких вылетов. Все идеально. Эмулятор это эмулятор, там у него свои бзики. Так, ну что? Угу. Надо нам сыграть-то теперь точно так же четенько, как было до этого. Ага, вот они что сделали. Так, уничтожаем здесь. Кусаем сюда. Так, двойная атака. Ну что, мы, наверное, будем захиливаться, скорее всего. Залечиваем раны. И атакуем по полной программе. Раз. Два. И добивка. Блин, так не получится. Ну давай хил. Так, последняя волна. Слушай, ну тут что-то... Что-то как-то мне не нравится. Остальной капкан, нафига ты здесь нужен? Вот объясни мне, а. Этот сейчас, наверное, будет бафаться. Угу, не стал. Этого мы пока трогать не будем. Наверное, займемся вот этим. Так, я и хильнуться не могу. Так, жестко. Так, что он будет сейчас делать? В барсика, как всегда, да? Ты не попал. Ну, тогда все хорошо у нас тут заканчивается, я тебе скажу. Лишь бы только игра не вылетела, да? На последнем ударе, вот это будет обидно. Да чтоб тебе. Все. Доигрался. И опять выпадает нам древесина. Окей. Ну что, забираем с тобой светлый янтарь. И переходим на предпоследний поединок. Опять же, тебе повторю, здесь будет мини-боссик.
А кто? Будем смотреть сейчас. И в конце уже будет босс. Так, ну что, я вижу здесь два штормореза. И смерть, да? Летающая. Так, начнем, наверное, с него. Понижаем сразу броню. Добиваем. Так, ну эти что могут сделать? Максимум отхиливаться за наш счет. Я думаю, что мы им не позволим этого. Понижаем броню. Так, нам надо добить. Чтоб тебя. Что делать будет? А-тя-тя-тя-тя, ты прикинь? Ты прикинь, что они делают? Кто бы мог подумать, что он именно хил врубит? Вот так вот. Поэтому расслабляться никогда не стоит. Взял, врубил хил. Хорошо, что у нас кривоклык выжил. А мог бы отдуплиться. Да чтоб тебе, ну никак вот не можешь ты добить, а? Смотрим. Ё-моё, две скалы плюс престиголовый. Сейчас что-нибудь придумаем. Ну, во-первых, хиляемся, это само собой, плюс укус. А эти сейчас будут с разбега нас таранить. Вот это, конечно, будет плохо. Почему-то взяли барсика в прицел. А ты что там? Ничего себе. Заблокировал мне все способности. То есть я не могу хильнуться. И при этом еще наложил медляку. Так, давай, наверное, вот так сделаем. Они сейчас вдвоем будут ходить, да? Сюда будут бомбить. Угу. Так, что нам дальше делать? Надо хотя бы одного добить и залечить раны. Они опять вдвоем оглушили. Ну, слушай, прогнозы такие, что здесь будет победа за нами. Почему у них такая инициатива офигенная, а? Скажи-ка мне на милость. Понижаем броню. Так, атака плюс крит. Выдай крит. Ну, почти. И добиваем. Вот как-то так. Да ладно. Неужели пак? Точно, друзья мои, необычный достается нам пак. И последний поединок. Ну, естественно, нам придется с тобой потратить руны. Потому что у нас был вылет. Не по нашей, опять же, вине. И вот он босс. А кто здесь босс будет? Фиг его знает. Ага. Так, я вижу здесь громобой. Громорога пока трогать, наверное, не будем вот этого. Наверное, вот, скорее всего, этим заняться нужно. Так, две волны я вижу, да? Это потому что у нас замедление вешает. Ну и, блин, ну и фаерболами, конечно, бомбит. Эй, погоди. Что-то вы наехали, я смотрю, на моего кривоклыка, причем все. Давай сделаем так. Теперь будем громобой с тобой добивать. Пытаться, по крайней мере. Что он тут делает? Укус? Этот куда полезет? Понял. Барсик, давай. Дальше нам, наверное... Слушай, ну здоровье пока восстанавливать, я думаю, не стоит. Пока терпимо. Угу. А вот теперь надо. Теперь вот надо, всем причем. Так. Сейчас будем смотреть, кто тут у нас босяцкий. После этого выйдет босс. Твою налево. Три тройных удара. Причем босс, почему-то самый главный, получает урона больше, чем остальные. Поехали. Наверное, не будем пока делать с тобой этого.
Так, и нельзя позволить им накопить 4 энергии. 4 энергии накапливают, они начинают, естественно, применять свою суператаку. Это будет больно. Но они сами ее тратят, как ты видишь. Так, удар сюда. Удар сюда. Для чего я делаю, ребят? Потому что сейчас мы вот так уничтожаем этого автоматически. Ну и наносим урон остальным. Ты посмотри, они хотят уничтожить его. Мой кривоклык в большущей, в огромной опасности. Что-то они от него не отстают. Вообще никак. Если я хильнусь. Так вот мы сделаем с тобой, наверное. Так, не попал. Минималка. Ну да, груши я, конечно, потратил. Не поспоришь. Ну, потратил-то я их во благо. Ну что, все, тройной удар доплясался. Он здесь один уже ничего сделать не сможет. И мы с тобой его спокойненько уничтожаем. Все, ребят, поздравляю нас с прохождением события. Заберем сначала здесь награду. И это будет у нас опять рыба, 125 миллионов. Ну и, конечно же, склянки. 300 склянок со светлячками. Отлично, работа, боец. Да вы не боец, а миротворец. В моей голове это звучит куда лучше. Вот, держите. Спасибо. 300 банок. 300 банок. Ну-ка, посмотрим теперь. Ну что, друзья мои, нам нужно 3000. 3000 банок собрать вот этих, и все, и мы с тобой получим инферно. Да, он может собирать железо. Он класс кочегара, покоритель высот. Будет самое то, что нужно. Так, ну что, дорогие друзья. А, подожди, у нас же награды есть. Надо же их открыть. Так, забрать тусклый янтарь. Почти полторы тысячи плюс. Открываем с тобой пак. И я хотел вроде бы монетки Одина потратить. Креветка, столом, парящий прихвостень. Окей. Так, давай дальше. Еще один наборчик. Шипорез, крылатый ужас, костолом. Вот тут немножко рыбы и немножко рун. Опять модификрылка нам выпадает. Так, отказываемся. Здесь блестящий янтарь. Две штуки мы с тобой забираем. Кстати, надо будет посмотреть, сколько у нас еще янтаря этого. Может, что-то приобрести можем. И открываем с тобой необычный набор. Рыба, дерево, рыба, дерево. И тайфумеранг, которого можно, в принципе, отпустить. Он мне не нужен. Отпустить, да. Так, что я хотел... Подожди, что это у нас там в ангаре кто-то? А, нюхохват. А по заданиям... Так, поищите грозу морей в бухте кровопролития. Это вот эта вот гроза морей. Пускай отправим, пускай ищет его. Так, поручите драконам. Так, ну 8 дней уже собирают, а нужно 13 дней, да? А здесь кошмарному пристиголову добыть 15 тысяч единиц рыбы. Пристиголов, это какой именно? Ему? Пускай идет, собирает рыбу. Нечего прохлаждаться. Так, а что там еще нужно? Нюхохвату добывать. Нюхохват. А он может рыбу, интересно, уже собирать? Он какого уровня-то? 20, в принципе, может. Надо его только лишь разместить. Давай-ка, парень, лети, собирай рыбу. Нечего тут прохлаждаться. Заручите приключения. Надо, получим с тобой пак, да? Выполните обмен. Да, обмен нереально пока. У меня нет определенных ресурсов, а именно лопат не хватает 9 штук. Статуэток Будды вот этих, или кто, я не знаю, 20 штучек нам не хватает. Остальное, в принципе, все есть. Можно было бы это все завершить за 3625 рун. Тут где-то панцирь какой-то черепаший.
Здесь нам не хватает 47 шестеренок. Это ерунда. Ну что, дорогие друзья, на этом, пожалуй, можно будет закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!